Еще раз доброе утро, уже добрый день. Итак, выключаю комментарии. Сейчас пранаяма и шавасана. А позже поболтаем. Делаем мягкий вдох, выдох, вдох через нос, выдох через рот, вдох, выдох, и еще раз делаем вдох через нос, складываем губы в трубочку и длинный-длинный выдох через рот, вдох, выдох. Уджая, дыхание уджая, делаем вдох через О, выдох через А. Когда делаем вдох, сужаем голосовую щель, получается шипение, как я девочкам говорю в марафоне, змеиное дыхание. Делаем вдох через звук О, выдох через звук А, только сужаем голосовую щель. Делаем вдох. И еще раз уджая делаем О-А. Дышим в своем дыхательном ритме. И вам сердечки. Мои тоже. Поочередное дыхание. Закрываем левую ноздрю. Именно такое положение пальцев помогает правильно контролировать дыхание. Поэтому вы можете использовать именно эту технику. А можете, как вам удобно, поочередно просто закрывать ноздри. Начинаем с правой. Левую закрываем. Вдох правый. Выдох левый. Вдох достаточно резкий, а выдох помягче. Вдох правый, выдох левый, вдох, выдох, вдох, меняем сторону, вдох левый, выдох правый. Валерьевна, юбку надень и приходи. Не, Фир, без юбки нельзя. Куда ты с попой голый, Вер? Иди юбочку надень, или шортики, или штанишки, и приходи. Хорошо, Зай? Покажись там всем. Вот так. Покажись. Как? Она решила юбку не надевать, она решила вот так показаться. Закрываем левую ноздрю, делаем двойной вдох правой, двойной выдох левой. Сладкий, иди отсюда, на тебя все время отвлекаюсь, а? Вот все время мать на тебя отвлекается. Такой сладенький. Закрываем правую ноздрю, двойной вдох левой, двойной выдох правой. Дышим в своем дыхательном ритме. Такая сладенькая. Ты что такая хорошая, вот скажи.
собираем ручки в мудру Ганеши, левую руку развернули к себе первую, вот правая, вот левая. Левую, та, что к сердцу, развернули к себе, обхватили плотно пальчиками, сильно зажали пальчик, прижали к пальчику. Лук взяла и пошла. Это арбалет даже, да? Вера просто за арбалетом пришла. Скрепили пальчики. Стрелять. Стрелять пошла? Ну, давай. Сильно-сильно делаем вдох через нос. Выдох через рот и тянем руки в сторону. Вдох. Меняем. Так, 6 раз. Вдох. Меняем. Вдох. Вдох. Еще раз вдох. Завершаем вдох. Дышим в своем дыхательном ритме. Для чего дыхание? Вот именно такая техника полезна. Ганеша, у кого бронхи, у кого верхние дыхательные пути есть, заложенность, горло болит, может, легкие, или бронхит, астма. Для вас это идеально. Также еще очень здорово тренируют сердечные мышцы. Сейчас закрою, что у меня тут сдует. На улице, принимай месяц. Вообще вся пранаяма, она на дыхательные пути, также настроить внутренний баланс. То есть это все техники, которые я даю, они очень легкие, никаких сложностей нет и противопоказаний тоже нет. Итак, дыхание на время, начнем с 7 секунд. Что это такое? Делаем вдох на 7 секунд, выдерживаем дыхание 7 секунд и выдох на 7 секунд. Чтобы вам было легче контролировать дыхание на время, закрывайте глаза, чтобы вы не тратили энергию ни на что. И визуализируйте шкалу дыхания. Мысленно нарисовали, закрыли глаза, нарисовали и дышим по этой шкале. Итак, делаем вдох на 7 секунд. Вдох. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Держим дыхание. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Делаем выдох. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Дышим в своем дыхательном ритме. То есть вы заметили, у меня первая часть йоги, она очень мягкая, плавная. Нет резких движений, нет скруток сложных. Она подходит прям для всех. Также дыхание и пранаяма. Это очень плавные техники, очень мягкая практика. То есть кайф, удовольствие. Но еще и для пользы. Для позвоночника, для суставов. Вдох на 8. Вдох. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Держим дыхание. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Делаем выдох. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Дышим в своем дыхательном ритме. Отдыхаем. Я включу комментарий. Мы с вами поболтаем после шавасаны. Это тоже очень увлекательная техника. Делаем вдох на 9. Вдох. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. Держим дыхание. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Делаем выдох. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Дышим в своем дыхательном ритме. Делаем вдох на 10. Я знаю, для многих это непросто оказалось.
вроде бы, что там, Господи, это же всего лишь вдох-выдох. Но не всем дано с первого раза прям сделать 10 вдох, удержать и выдох, и все прям четко, мягко, плавно, не напрягая легкие. Делаем вдох. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Держим дыхание. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И выдох. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вдох. Намасте, выдох. Ложимся в шавасану. Что такое шавасана? Медитативная асана. Ложимся на спину. Ноги прямые. Руки вдоль ног. Ладошки направили вверх. Если вам сложно, если вы девушка в интересном положении, и вам сложно находиться в этом положении, лежа на спине, подушечки, полулежа, как вам на сегодня удобно, чтобы не было тонуса. Вы можете полностью подушечками обложиться. Лишь бы вам было хорошо. Итак, легли на спину. Закрыли глаза. Беременные девочки легли как удобно. Взглядом вверх, но при этом закрыли глаза. Ладошки направили вверх. Делаем вдох. Выдох. Полностью расслабили все мышцы. Расслабили мышцы лица. Почувствуйте расслабление в области глаз, бровей, лба. Расслабили скулы, губы, подбородок. Делаем медленно вдох. Выдох. Представляем, что оказались с вами на берегу океана. Чувствую под ногами теплый мягкий песок. Медленно, не спеша, идем по берегу. Слышим шум волны. Крик чаек. Кожа ощущаем соленый влажный запах. Делаем вдох. Выдох. Медленно ложимся на мягкий песок. Поднимаем взгляд вверх, наблюдаем, как высоко в голубом небе парят свободные птицы. Видим, как медленно, не спеша плывут белые пушистые облака. Ярко светит солнце, согреваемся от его света, заряжаемся энергией. Чувствуем тепло в своих ладошках. Тепло растекается по всему телу. Делаем вдох и выдох. Рассматриваем себя изнутри. Следим, как бьется сердце. Чувствуем, как бежит кровь по венам. Ощущаем, как наполняется кислородом каждая клеточка нашего организма. Рассматриваем весь свой внутренний мир. Каждый уголок своей души. Возвращаемся
в далекое детство, самое беззаботное время. Мы качаемся на качелях. Ветер играет с вашими волосами. Слышим голос мамы. Она зовет вас. Бежим к ней навстречу. Обнимаем. Чувствуем тепло маминых рук. Ощущаем запах ее волос. Чувствуем мамину заботу. Любовь. Делаем медленный вдох, выдох. Не спеша перевернулись на правый бок. Ладошки под голову, колени немножко прижали к себе. Следим за дыханием. Делаем вдох, выдох. Представляем, что вышли из своего тела. Чувствуем легкость. Невесомость. Рассматриваем себя со стороны. Видим свое красивое лицо, длинную шею, изящные плечи, нежные руки. Ведем взгляд ниже. Видим свою гибкую спину, женственные бедра, длинные стройные ноги. Видим всю себя со стороны. Мысленно касаемся себя рукой, чувствуем связь со своим телом, ощущаем гармонию с ним. Вы одно целое. Разум, душа и тело. Мысленно улыбнулись себе. Делаем вдох, выдох. Чувствуем свои руки, ноги, каждый пальчик своих рук и каждый пальчик своих ног. Делаем вдох, выдох. И еще раз вдох, выдох. Открываем глаза, не спеша принимаем вертикальное положение. И Валерьевна прибежала. Хорошо, видно как-то. Холодно? Да. У меня же здесь окна открыты. Сладкий цветочек, маленький. Ага. Мама, когда ребенок маленький, штанишки надела. Включаю комментарии. А чего комментарии? Поболтать с девчонками. Ой, кто-то тебя в лоб поцеловал красной помадой. Ну-ка. Это вот. Дедушка Ира. Да это мама твоя, Валю, дедушка Ира. Пирожочек мой сладкий. Добрый день, да. Да, я надеюсь, что вы смогли и поёжить, и подышать, и расслабиться. Если есть какие-то вопросы, у вас остались какие-то моменты непонятные, вы пишите, я вам подскажу, расскажу, объясню. Второй эфир я тоже обязательно сохраню. Привет, да. Обязательно сохраню. Я вообще не гибко. Но ничего страшного, это же дело времени. Как раз об этом мы будем
Да, мне тоже прекрасно, я сама соскучилась, и у меня даже было дело, прям немножко спину прихватило. Подожди, зайка. Я мужу говорю, Валера, сделай мне массаж, сделай что-нибудь. Я уже 10 дней без йоги, мне нельзя так долго. Все плохо, мир рухнул. Сердечки ешь? Иди сюда, сладенький. Вкусные сердечки. Это мой... Пирожок, сладкий мой, пирожочек такой. Вот что ты за пирожок такой вкусный? Десяточ подшигай. Давай. Хотела не вычигай. Не вычигай. Хорошо. Идет обезьянники. Это иди тете Ире покажи. Зайка, включи чай. Сейчас мама приключает, там попьет. Вот, девчонки, по поводу... Привет, Надежда. По поводу марафона. Еще есть. Я тебе оставила там. А ты нальешь мне? Да. Черный. Ага. Закрой дверь, солнышко, а то меня дует тут. Ага. Спасибо. Да, Вера, солнышко, я знаю. Ты маленький ангел. Я совсем не хочу принимать гормон. Вы имеете в виду, не можете забеременеть и гормон не хотите принимать? Конечно. Девочки, как вот я вам сейчас попробую на двух пальцах объяснить, что такое марафон. Это больше терапия даже. Мы же работаем в психологии и работаем с телом. Одно без другого тоже работает, но очень долго и не всегда надежно. Если мы работаем с психологией, работаем со своими страхами, работаем со своими тараканами, разбираем их по полочкам, мы потом начинаем работать с телом. Убирать блоки, зажимы в теле, которые у нас есть. Они же никуда не делись. То есть здесь мы поработали, здесь все хорошо, все отлично. А тело, про тело-то мы забыли. Поэтому я совмещаю психологию и йогу. Веду психологию, затем перезагружаюсь и веду час йоги еще. И так всю неделю. Психология у нас 2 раза в неделю. После естественных родов, конечно, можно. Вам можно и в другой марафон уже и так хорошо потрудиться и тверком позаниматься. Там на другой номер надо будет писать. Вот этот номер, который внизу написан, это марафон только для беременных, для тех, кто планирует беременность, не может забеременеть, и для тех, кому категорически запрещены какие-либо физические нагрузки. Как вы видите, в этой практике не прыгает пульс, тахикардии нет, потому что она мягкая, она рассчитана для женщин беременных. И так как я сама 3 мама, я знаю, что такое женщина в положении. И так тяжело даются все упражнения. Чем больше срок, тем сложнее. Поэтому очень мягкая практика. Буду немножечко еще менять, какие-то асаны добавлять. Может быть, чуть-чуть усложнять через недельку, когда вы к этим привыкнете. Вот. Но практика очень легкая, очень мягкая, очень приятная, поэтому можно абсолютно всем ежить. Пугают все врачи, что не смогу. У врачей цель такая, понимаете, чем больше больных, тем лучше. Кому вы здоровые нужны, объясните, что с вас взять? Даже анализы не возьмешь, потому что и они в порядке будут, понимаете? При гемангиомах можно занять? Можно. Вот именно в этом марафоне, девочки, этот марафон специально рассчитан для всех, так как у нас все открещиваются от беременных, от проблемных людей. Проблемные – это что такое категория проблемные люди? Это которые жалуются на суставы, которые жалуются на тахикардию, которые жалуются на лишний слишком вес, которые жалуются на позвоночник и на то, что всегда запрет у врачей. Вот с вами как раз я работаю. Все, кому ничего нельзя, вам можно в этот марафон. Да, да, и так я сама отучилась на перинатального тренера по йоге. Искала, да, кто будет работать, никто не готов работать с беременными, тем более в эфире, потому что это непросто. Одно дело, дело в том, что когда мы учились это делать... с пуфами, с валиками, со стульями, там очень много всего. Беременная женщина сама себе это не сделает, вот так в прямом эфире это не сделать. Это надо в зале делать, подготовить, там максимум класс будет до 6 человек из беременных женщин, которых ты ведешь, ты прыгаешь вокруг них, валики эти укладываешь, подушечки, одеялки, пуфы, стулья меняешь, кирпичики. В общем, там оборудования столько надо для одной беременной женщины, а я не могу это в прямом эфире сделать. Поэтому пришлось ее поменять.
многие асаны убрать, какие-то добавить, переделать, чтобы практика подходила для беременных женщин. Артроз плеча был, видите, рука двигается. Здесь дело в том, что вот этот марафон, он очень здорово работает такой основой или подушкой для того, чтобы перейти в другой, где уже есть физнагрузки серьезные, где вы уже с Ритой там потрените, где с Элеонорой потверкаете, и там, разумеется, йога другая будет. Там йога будет сложная, да. Здесь она очень легкая, она приятная, она подходит для всех. Как избавиться от головной боли после тура или чего после тусы? Выпить коньячка, как еще? Или таблетку, или коньяк. Поверьте, коньяк это не так вредно, как таблетки пить. Ну да, я отвечаю, если успеваю прочитать вопросы, я отвечаю. Если вопросы повторяются, то я на повторные отвечаю. И по поводу информации, которая внизу прикреплена к эфиру, вот написан номер телефона под марафон. Марафон начинается 10 февраля, будет идти он месяц. С 10 февраля по 10 марта. Что включено в этот марафон? Утром йога-практика для беременных, вечером йога-практика для всех, кроме беременных, и психология 2 раза в неделю. Все это каждый день. Лайв, прямой эфир. Если вы не успеваете на прямой эфир, без проблем в течение суток вы в любое время можете присоединиться и поёжить или же посмотреть психологию тогда, когда вам удобно. Это все стоит 1000 рублей. За 1000 рублей я буду работать с вами весь месяц, каждый день. Спасибо. Если хотите принять участие, пишите вот на этот номер телефона, WhatsApp. Одно слово «участвую». Я сама вам отвечаю на все вопросы. Напишите сразу свой срок беременности. Если вы мне очень много пишете сразу вопросов по психологии, я их пропускаю. Не обижайтесь, потому что я их все буду поднимать уже в прямых эфирах, непосредственно в марафоне. Потому что там и женское, и мужское, и болезни будут, и отношения. И мы еще родовой сценарий с вами пропишем. И... Угу. Со страхами поборемся. Полностью по психосоматике пройдемся. Не забывайте срок беременности написать. Привет, Симферополь, да. Спасибо. Книги есть Дэвид Майерс, социальная психология, есть Луиза Хей. Все, о чем мечтаю, есть у нее. Сейчас я вам покажу. Вот она у меня, кстати, рядом. Такая чудесная книжка, девочки. Вот. Такая вот замечательная книга, уже зачитанная мной вдоль и поперек. Также у меня к этой книге есть еще маленькие томики по отдельности, чтобы всю энциклопедию-то не таскать. Потому что она большая. Вот. И попробуйте, я думаю, она легко вам зайдет. Остальные книги, они очень сложные написаны, они больше для институтов уже. Вот эту можно сказать, что это для домашнего чтения книга. И Дэвид Майерс еще более доступно пишет. А остальные уже сложные издания, они уже для... Уже больше учебники идут, а не просто там книга, литература. Что будет в WhatsApp? Не, в WhatsApp ничего не будет. Вы этот WhatsApp внизу написан, который номер WhatsApp. Надо написать одно слово «участвую», если вы хотите участвовать в моем марафоне залетном. «Все, о чем мечта» называется. Дэвид Майерс также называется «Социальная психология» Дэвида Майерса. Да вот, пожалуйста. Да, я люблю читать. Ой, точно, спасибо, Надюша, что напомнила. Сейчас сохраню эфир, да. Насколько вероятно забеременеть? Ну, я вот сегодня, вчера вам написала историю, скопировала, ну, отскринила историю. Это одна из многих, из сотен историй. Очень много писем приходит, и я их, ну, постепенно буду вам обязательно выкладывать, потому что у меня нигде я не делаю хэштег,
по отзывам еще, так как это все конфиденциально, индивидуально, чтобы никого не раскрывать, и вот как-то так. Ну, большая вероятность. Хотите забеременеть, вы забеременеете. Только надо поработать в психологии, почему не наступает беременность, а потом с телом. С Элеонорой будет обязательно, да, и с Ритой будет, и с Элеонорой будет, и со мной еще будет йога не для беременных пробная. Все, конечно, будет. Спасибо, девочки. Я сохраняю эфир, пока он не вылетел. Луиза Хей. Есть Дэвид Майерс, а есть Луиза Хей. Два автора, которые прекрасно пишут. Все, ангелы мои, я пошла. Поздравляю вас с наступающим Рождеством. Желаю вам всего самого наилучшего, чтобы все ваши мечты сбывались. И чтобы в вашем сердце всегда царила любовь. Пока.